Всем привет! Подожди. Чего? Ты на кнопку не нажал. Нажал, запись идет. Всем привет! Привет! Сегодня у нас очередное видео про заготовки в автоклаве. Сегодня мы будем делать, угадайте что. Ну, в принципе, вы уже угадали, потому что название написано. Сегодня мы будем делать... Холодец в автоклаве. О! Поехали! Короче, из подписчиков нам кто-то посоветовал, сделайте холодец в автоклаве. Мы сначала удивились, как это так, холодец в автоклаве, вообще как так можно делать. Оказывается, действительно делается, все очень просто, ну как обычный холодец, только потом его автоклавируешь, то есть стерилизуешь. Вот, он стоит у вас в баночках, можно в погребе убрать, чтобы он был в желеобразном состоянии такой, можно при комнатной температуре хранить, ну в темном месте где-нибудь. Достал. Холодильник поставил, он превратился в холодец, съел его прямо сразу из банки. Или если надо на стол поставить, то есть подогрел его чуть-чуть, выложил в блюдо, убрал также в холодильник, там через 30-40 минут он у вас застыл и подавай к столу. Мы холодец любим вообще, обычно много его делаем, но как правило почему-то весь не успеваем съедать, он у нас пропадает. А здесь хорошая возможность, то есть чтобы он у вас стоял, сколько надо взял, и не пропадет. Для холодца нам надо вот у нас ноги. Ну тут ноги, что это, я не знаю, какая-то коленка, наверное, куриная. Вот. И куриная? Какая-то коленка свиная, тут две штуки. Ну короче, вот это что именно? Курица что-то выросла сильно. Опять курица сказала? Нет. Ну просто, ну как можно свинью курицей обозвать? Короче, вот это вот для именно желе нужно нам. Ну и мясо вот на косточках есть. Тут, конечно, из косточек будет вот это вот желе. И само мясо. Все это свинина у нас. Потом нам морковка нужна, две луковицы, лавровый лист, перец горошком, ну и соль. Чеснок он потом уже при подаче нужен. Обычно мы чеснок сразу заправляем его, и он у нас застывает с чесноком. И едим, за уши не оттащишь от холодца. Мы показываем свой рецепт, кто как делает, так и хотите, делайте холодец. Вот. Смысл он один и тот же, как вам нравится, сделали, застерилизовали в банках и убрали его. Поехали делать. Для начала все запчасти свиные выкладываем. Заранее они помыты. Кастрюлю, да, мы их помыли, они мытые все, и запчасти, и мясо. Заливаем все водой. Ставим на плиту, зажигаем и ждем, пока закипит. Когда у нас начинает закипать, пенку эту снимаем. После того, как это чуть-чуть покипело, сливаем все это в раковину. Споласкиваем кастрюлю. Споласкиваем все запчасти, помещаем их назад в кастрюлю. Ну, для того, чтобы у нас вот этой грязи меньше было. Заливаем все заново водой. Ставим опять все это на огонь. Теперь добавляем сюда морковку. Ну, это мы так делаем. Кто-то не кладет морковку. Пару луковиц, типа как они для цвета. Хотя в автоклаве мы прочитали, что цвет и так там будет. Штуки 4 лаврушки. Где-то чайную ложку перца горошком. Солим. Ну потом по соли попробовать надо и по вкусу досолить. Ну и все, ждем пока закипит. Итак, у нас закипело. Пенка, если появляется, снимаем, но ее сильно не должно быть. Все так пускай варится, ну, я не знаю, сейчас время 3 часа вечера, пусть до вечера варится. Вечером перед сном выключим, пусть остынет, а завтра продолжим этим заниматься. Короче, надо, чтобы мясо от кости все отошло. Завтра собачкам праздник будет. Ой, собачки обрадуются завтра. До завтра.
косточки. Ого. Итак, варился у нас вчера холодец, где-то часов, наверное, 7. Перед сном выключили, сегодня остыл с утра. Мясо от кости просто отлично отваливалось. Все разобрали, получилось у нас отдельно вот, ну, мясо, оно уже застыло. Мясо с жилками, там морковку тоже сюда покрошили, лук выкинули. Перец тут чуть-чуть осталось, ничего страшного. Косточки, даже если мелкие, попались там. Они и так уже жуются мягкие, а его в таклаве, наверное, еще мягче станут. Бульон процедили. И вот такая куча вкусняшек для собачек. Это косточки и это вот шкурки. Сейчас пойдем накормим их. Вот сегодня пир у них будет. Пошли пока покормим, чтобы убрать это все. Что там вкусное-то дают? Кушать пойдем? Можно. Олень длинноногий. Вытянулась. Ага, длинные стало, уши стоят. Ой, как вкусно. Вкусно. Я представляю, как вкусно. Сам бы съел. Димос. Пошли, Димка ждет тоже. Вон она, солнышко, лежит. И эти двое. Вы тоже хотите? Всем вкусняшки. Бинки пошли еще, да? Самую старенькую, самую последнюю очередь. Ее покормили. Да. Бинка себя не обидит. Слушай, Бинка. Ну, попробуй, забери. Сейчас косточек еще дадим. Идем косточку дадим. Иди, тебе косточку дадут. По три раза в день ест. Жевать не переживать. Вот эти штучки, они мягкие. Я пробовал, жуются. Кушай, не торопись. Никто тебя не заберет. Вкусняшек кушай.
Все, накормили всех. Косточки еще большие там можно будет давать. Вот, сейчас упаковываем наши баночки. То есть в каждую баночку кладем мясо. Ну вот так вот, чуть больше половины. И заливаем бульоном. Плечиков. Все, и закрываем банку. Оп, готово. И так проделаем со всеми баночками. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится их. Все, упаковали. Получилось 10 баночек холодца с мясом. Вот такой вот. 6 баночек просто вот эта желешка. Я вообще ее очень люблю. Просто можно ложкой наяривать. Ну и желешка это на случай, допустим. Ну, что-то мне кажется, мяса много всего наложили. Много мяса не бывает. 2 баночки достал, ну их разогрел, вылил, убрал в холодильник. И вот тебе готовый холодец. Если гостей много, то, соответственно, баночек побольше. И вот у нас еще по тарелочкам разлили тоже эту желешку. Это сейчас ее сразу уже чесночком заправим и уберем в холодильник. По 1-2 чесночинки в чашечку. С горчичкой, да? Да. Что за холодец без горчицы? Где-то сейчас застынет в холодильнике, и мы ее так съедим. А та пусть хранится. Ну, одну банку придется завтра на пробу. Может, не надо? Ну, ладно, ты что? Ты ж не ела в автоклаве. Холодец не раз. Вот эта вещь очень полезна для суставов. Мои как раз скрипят. Щелкают. Будешь есть. Все это отправляем в холодильник. Мы там уже холодец уже разлили весь. А ребенок занят, все косточки жует. Ай, вкусняшка, да? Зубки свои тоже поточишь. Не видать, не слыхать. Ну, а это отправляем в автоклав. Идем к автоклаву. Кто не знает, у нас автоклав Вень-2. Автоклав на 48 литров. И вмещается в него около 40 полулитровых банок. Поэтому мы делаем и не боимся, сколько у нас банок получится. 40 точно у нас не будет. 40 у нас точно не будет, поэтому... Мы не переживаем. Мы не переживаем. Сам внешний автоклав VN2 очень красивый. Аккуратненький такой. Мягенький такой. Тебе главное красивый, чтобы был. Нет, зачем? Он же еще и работает очень легко и просто. Готовить на нем можно как на пару, так и на воде. В данном случае мы будем готовить на пару. Даже просто если сравнивать с предыдущим, который у нас был, автоклав, то этим намного проще пользоваться. Здесь в основном открыл. Загрузил его, открыл, загрузил, включил, установил режим, который необходим, и все. И не напрягаешься, все, он всю остальную работу сам выполняет. Ты только ждешь окончания процесса и потом остывания. Показывай. Открываем крышку. Легко. А
одним движением двух рук. Внутри у нас имеется фальшдно. Листаем фальшдно. Ну, одну половинку, чтобы было видно. Чтобы было видно, сколько нам необходимо налить воды для того, чтобы готовить на пару. Там у нас вода чуть-чуть есть. Это ты его с водой тягала? Я в последнее время все с водой тягаю. Наливаем воду до фальшдна. Добавляем лимонной кислоты пару ложечек. Возвращаем на место фальшдно. И закладываем наши баночки с холодцом. Все загрузили. Закрываем крышкой. Хоп, одним поворотом. Не надо никаких хомутов, зажимов, там, гаек, болтов. Называется байонетное соединение. Подключаем. 220. Самая главная фишка в этом, это то, что здесь есть автоматика с теном. Это очень удобно, намного удобнее, чем готовить на газу. На автоматике можно пользоваться как ручным режимом, автоматика, либо тен. В данном случае мы пользуемся автоматикой. Среда нагрева паровая. Окей. Выберите продукт. Мясо. У нас мясо. Окей. Выберите литраж. У нас 0,5. Убедитесь, что тен в воде. Уже увидели. Начать процесс приготовления? Конечно. Все, пошел нагрев. Все, дальше, в принципе, ничего не надо делать. Автоклав все сделает сам. Как видите, показали вам, что пользоваться им легко, справится любая хозяйка. Ссылка на автоклав Вейн будет в описании. Напоминаем, что по нашему промокоду «Природа» скидка 3% на всю продукцию. Пользуйтесь. Очень хорошая вещь. Полезная, не знаю. Все, сейчас автоклав нагреется. Нужную температуру. Потом начнется режим стерилизации. Здесь уже сразу программа идет. Час 15 будет стерилизоваться при температуре 120 градусов. Потом стерилизация выключится. Включится остывание. Ну, остывание, как правило, будет до утра. Долго. Да, хотя нет, сейчас еще время-то рано. Может быть, вечером мы его откроем и вытащим баночки, чтобы они остывали. А завтра покажем результат и продегустируем. Ждем завтра. Еще раз до завтра. Шел третий день, мы все делаем холодец. Да не, на самом деле, что мы первый день варили, второй день там быстренько все заложили, как бы ничего сложного. Ну, а сегодня у нас, то есть по сути можно убрать все, а у нас сегодня еще дегустация. Короче, приготовились у нас вчера все баночки, все они целые, ничего не лопнуло, ни одну крышку не сорвало, все нормально. Убрали, ну вот эти вот просто стояли при комнатной температуре, а вот мы убрали в холодильник. И вот оно там застыло. Готовенько. То есть можно открывать и есть. И вот тоже желешка. Вот такого цвета стало. Поэтому ну, мы читали информацию, что не обязательно добавлять морковку, лук, чтобы цвет у бульона поменялся. Потому что он при автоклавировании меняется.
Сейчас мы выкладываем формочку, отправляем в холодильник. Ну, типа ситуация, что едут гости и надо сделать холодец. Достаем банку из кладовки. Какую любую. Ее, в принципе, не надо подогревать, потому что она жидкая. О, пахнет как. Добавляем сюда чесночку. Перемешиваем. Добавить бульончик. Да не надо. При желании можно добавить сюда вот этого бульона еще. Ну, готовую вот эту желешку. Но девочки у нас любят мясо, чтобы было. Желешку я люблю. Вчера мы уже, точнее, я уже вчера тарелочку одну съел, которая в холодильнике, ну, застыла. Вот. Поэтому делаем больше для них, чтобы было мясо. Все, убираем в холодильник. Ну, на час, наверное. И потом будем пробовать, что получилось. Давай. Все, холодец у нас застыл. Ну, не знаю, прошло часа 3. Мы просто не торопились. Надо было желейки добавить чуть-чуть. Холодильник у нас не морозит. Пробуй. Мажем горчичкой. Обязательно. Вкус, кстати, не так, не как у холодца обычно. Вкусно. Давай пробуй ты. Горчичка, да? Обязательно. Мяса много, одно мясо, а не холодец. Надо было добавить вот этого туда еще. Ну, вкус от обычного отличается, да, чем-то? Вкусно. Еще б не вкус. Перец. Вот надо было мне именно перец. Да ешь, он полезный. Это я тебе лучше оставлю. Ты не распробуешь? Хорошо. Вкусно. Я бы добавил желе этого туда. То есть одну к одному пропорцию бы смешал. Но Изабелла не любит желе. Хотя надо его есть, оно полезно. Будешь кушать. Будешь кушать. Короче, вот такой вот холодец у нас получился. Всем, кто любит холодец, делайте обязательно, попробуйте. Ну, помимо того, что холодец, у кого есть еще автоклав. Самое классное, это то, что сейчас поставил его и забыл про него. Если захотел, съел. Хранится он может, что-то мы, ну, информация, что до 2 лет, короче, при комнатной температуре. Но у нас только не прохранится точно. Нет, конечно. Особенно с тобой это. Уже 2 чашки того желе съедены. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Всем приятного аппетита. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока. Пока.